Всем привет! Сегодня мы на источнике Защ-Счастливцева, так сказать, предпоследняя миля. Поставили машину и идем в сторону источника. Но до источника мы не дойдем, я просто пальцем покажу рукой, куда идти. Это у нас сейчас машина сзади стоит, это мы подходим к одному из корпусов клиники Козявкина, который нам обещал лет 10-15 назад лечить бедных украинских детей, стариков, обездоленных, больных ДЦП. В общем, по ушам ездили, что-то построили и бросили. Кто бросил, что бросил, чьи на собственности, это уже и не важно. Главное, что вот забор стоит, и за забором стоят вот такие красивейшие здания, но недостроенные. Забор не пускает, поэтому мы чуть возвращаемся назад по той же самой дорожке. Вот видите, несколько, три бетонных блока, разбросанные в художественном беспорядке. А там перед ними бетонный столб лежит. Это значит, что к объекту не подъезжали близко. Здесь было, ну, до вот этих столбов и бетонных блоков, площадка для парковки машин. Теперь это все вынесено. Все тут перекрыто. Никаких парковок, никаких стоянок. Частная, надо полагать, территория. Чья стыдливо умалчивается. Нету ни вывесок, нету ни объявлений. Вот мы, хозяева, приближаемся к второй линии обороны. Это когда здесь парковка была, но еще ближе, чтобы не подъезжали. Вот набили сюда столбиков. Так. Все мешочком, все пешочком. По песочку чухаем. Вот проходная. Здесь милостливо разрешается пенсионерам, детям до 14 и инвалидам свободный проход. Вот то, что я говорил, вертушка. А это у нас открыт рядом проход, где можно и колясочку протянуть по песочку. Это будка охраны. Летом тут оживленно, летом тут можно сбить там 3-5 гривен с посетителя. Вот мы идем вот туда, вот, где такое маленькое, кругленькое, по дорожке, не запутаемся. Ну а дальше эта тропинка нас выведет к источнику. Там мы скажем вау, все хорошо. Вот такая вот предпоследняя миля. Все, на этом все. Пока. Всем всего хорошего. Подписывайтесь, комментируйте. До побачення.